Неприкосновенность депутатов, существующая во всем мире, подверглась пересмотру. Юридическая комиссия Сейма Латвии внесла поправки в Конституцию, согласно которым отныне позволено обыскивать парламентариев и привлекать их к административной ответственности. Также можно будет и арестовывать депутатов без разрешения парламента. Напомним, весной 2011 года Латвийское бюро по борьбе с коррупцией обратилось в парламент за санкции на обыск в доме Айнара Шлессерса, имеющего депутатский мандат. Сейм разрешение дать отказался. После этого генпрокурор Латвии заявил, что институт депутатского иммунитета необходимо пересмотреть. Позднее в парламент был направлен законопроект, в соответствии с которым депутатов предлагалось лишить защиты от ответственности за административные правонарушения.